Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил школу номер 59 станицы Северской. В образовательном учреждении заканчивается капитальный ремонт. Мы сейчас залили заново входную группу и положили плитку. Здесь мы тоже отштукатурили, скреативили, сделали вход. И еще, конечно, будем дорабатывать. Нужны светильники, нужно верх нам подшить, отмоемся. Мы еще в процессе. Чуть-чуть маленькие штрихи остались нам завершить. Этим летом, помимо капитального ремонта нескольких крылечек, преобразили лестничные пролеты и заменили полы в коридорах всех двух этажей основного здания и блока начальной школы. В качестве нового покрытия выбрали плитку, негорючий материал. Раньше полы были деревянными. Глава района тщательно проверил качество выполняемых работ. Параллельно прорабатывается вопрос по благоустройству территории школы. В 59-й двор большой и просторный. К сентябрю его частично отсыпали, однако главной проблемой сейчас является отсутствие ливневых водоотводов. Да и сам двор школы находится ниже уровня дороги. На стадионе скапливается вода, что можно в водное поло уже играть, не знаю, или хоккей на льду уже что-то в зимний период. У нас действительно скапливается вода, и она никуда не уходит. Это большая проблема для нас. Руководитель муниципалитета рекомендовал при планировании благоустройства двора в первую очередь проработать вопрос водоотвода. В целом ремонтные работы в школе должны полностью завершиться к 21 августа, а 1 сентября ставшее еще чуточку комфортнее и безопаснее образовательное учреждение встретит около 500 своих учеников.